Только сейчас участники ипотеки вынуждены не по своей воле пожинать плоды сделок украинского периода. Распространенный сценарий таков. Поручитель добросовестно справился с обязательствами крымского должника. Впрочем, не может по-прежнему де юре считаться ипотекодержателем. 3 года назад Нотариальная палата Крыма по инициативе, озвученной в парламенте, передала базу данных Госкомрегистру. В единый госреестр крымские обременения в количестве порядка 44 тысяч включены не были. И сопротивление мы оказывали колоссальное. Мы все это говорили, что с базой надо работать. Регистраторы не знали этой базы. То есть ипотеки будто бы и нет в России. Несмотря на это, в НП, как уверяют в ее руководстве, работали с данными, собирая их по собственной инициативе. Нынешние реалии таковы. Второго участника, украинский банк, на полуостров для решения проблемы не привлечешь. Сами должники тоже могут быть заинтересованы в том, чтобы ситуация оставалась неизменной. Минимальные лазейки для решения существуют, но теперь все в поле ответственности регистраторов. К сожалению, вот такая вот чехарда. Хорошо, когда документы есть, захотите отчуждать, госкомрегистр возьмет работу эти документы. Не хотите отчуждать объект ваш, но хотите, чтобы сняли с него обременение, госкомрегистр на это не идет. Нет никаких документов, иди в суд и доказывай, что ты погасил этот кредит. Поэтому ситуация вот такая. Более того, нотариусы настаивают, что спокойной жизни участникам ипотеки, очистившим совесть перед законом, не всегда стоит ждать даже в том случае, если их объекты включены в реестр. При отчуждении имущества ситуация сложна, но решаема. При необходимости его регистрации, уверяют в Нотариальной палате, проблема превращается в сизифов труд, без вероятности получить помощь, по крайней мере сейчас. И если вы хотите продать и показываете своему покупателю, да, у меня все чисто, у меня все хорошо, пошли, видишь, я уже все сдал, у меня все зарегистрировали. Для покупателя это вообще не гарантия. Они не подтягивают эти сведения об этих украинских ипотеках. И может стать очень неприятный момент, когда вы с простой письменной формой пойдете, рассчитаетесь, покупатель, а вам уже регистратор не зарегистрирует. Вот в данном этапе они достают наши архивы, они могут увидеть эти ипотеки. И скажут: все, иди ищи своего продавца где-нибудь. В Госкомрегистре, располагающем данными по крымско-украинским ипотекам, как у ответной стороны вынужденной юридической неразберихи ведомств, решили хранить гордое молчание. А в парламенте, где подобный коллапс гипотетически могут устранить прокладкой законных рельс, историческую путаницу комментируют так. Нужно смотреть конкретные случаи, анализировать, вырабатывать какое-то решение, если в этом действительно есть проблема. То, что передали нотариусы эту информацию в Госкомрегистр, ну, Госкомрегистр, соответственно, должен обладать этой информацией. Помимо этого, большое количество хвостов украинского времени обусловлено недобросовестными оформителями сделки, засилье которых наблюдалось на полуострове в переходный период, то есть когда закон в молодом субъекте еще не до конца обрел реальные очертания. Находились и такие охотники за наживой. Ни для кого не секрет, у нас по некоторым государственным регистраторам идут уголовные дела, некоторые присели там, да, за определенные моменты, без всего, без всяких проверок все это регистрировалось. Поэтому у нас при переходе было много регистраторов с других субъектов Российской Федерации. Поэтому получается, фактически, как таковой ответственности нет. Но ошибся я. Нотариусы акцентируют внимание на возможных грядущих аншлагах в суде. Причина – добро государства на оформление ипотеки без участия заверителя. Впоследствии теоретически может произойти обман. А помощи ждать будет неоткуда. Такова позиция Нотариальной палаты. Также покупателям квартир необходимо тщательно изучать имущество на предмет отсутствия арестов. От продавца требуется справка Федеральной службы судебных приставов и утвердительный документ от Фонда защиты вкладчиков. Лишь в этом случае вставлять ключ в скважину жилища можно со спокойным сердцем. Тарас Брезинский, Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.